Всем привет! Начинается новый день, а это значит, что сегодня займусь чем-нибудь интересным, похожу где-нибудь, посмотрю что-нибудь по городу, в общем, попередвигаемся, и этими счастливыми моментами я с вами хочу поделиться. Ну а сейчас, что, водички я налил, сюда закину вот таких вот витаминок, это у нас... Витамин С, мультивитамин, витамин В, то есть комплекс витамины, шипучку эту, таблеточку сюда. Повышение иммунитета, весна, все дела, ну вы, думаю, понимаете. В общем, на тренировку и дальше вперед. На улице минус 8, сразу видно, через неделю май уже. Сегодня такая солнечная погода. Не важно, что холодно, на улице супер. Зал у меня находится в школе, в подвальном помещении. Там именно такая добрая, олдскульная атмосфера. Чтобы понимать, она настолько олдскульная, что там даже душа нет. Но тут я уже почти полгода. Вот такая тут раздевалка. Шкафчики, которые даже никто не закрывает. Вот сейчас сколько народу. Здорово. Добрый. Сегодня пораньше? Я тоже что-то пораньше решил. На смену пойду. Здравствуйте. Мощно прям потренил, и что думаю, я сейчас около магазина одежды нахожусь. Пойду и каких-нибудь обновок себе прикуплю. Обновки, которыми закупился, вот такими кроссами. Взял себе новенько. И вот такие джинсики. Вот такие. Сразу с ремешком. Во. Вот так они смотрятся. И, в принципе, эти обе мне покупки даже что-то в 5000, дешевле 5000 обошлись. Кто-то в комментах на днях писал, что типа в Новосибирске вообще парков нет, я прям удивился. Еще человек говорит, что он несколько лет жил в Новосибирске, там 10 лет или 15, и типа только Первомайский сквер, хотя Первомайский это вообще сквер реально. Вот, Сосновый Бор, парк. Наподобие Зельцовского. Жалко, Зельцовский закрыли. Вообще его закрыли на реконструкцию на все лето. Но там должно быть потом круто. В ноябре обещали открыть, 15 апреля зашли. И вот этот вот это вход. Недалеко находится от учительской этой остановки. Здесь такой мост. И сосны. Я когда в прошлый раз был, на Зельцовский смахивает. То есть это можно назвать заместитель Зельцовского. Короче, заместитель Зельцовского. И с мостика видок. С мостика видок. Что вот в эту сторону. А, кстати, видео на канале должно быть, потому что года два где-то назад я видео делал именно про вот этот вот Сосновый Бор. Что вот в этот, вот в эту сторону. Везде сосны, сосны, сосны. Дорога, по которой люди ходят. В прошлый раз, когда я здесь был, мы там ходили, а по этой дороге, ну, почему-то не зашли. Вон там интересно, что тоже какие-то парк, аттракционы или что-то такое. Но сейчас это закрыто. Но вот эти вот сосны, этот вид. Блин, построить дом, дожить в Бору. Спортивная площадка, как с советских времен, скорее всего. Да не скорее всего, так оно и есть. Ну вот здесь удары отрабатывают стопудово. 100 за 200. Это я не знаю. Вот для чего вот это, я понятия не имею. Это типа бревно, оно должно качаться. Но здесь цепей нет.
брусья. Вот это брусья. Вот такие вот. Вот, блин, самые реальные брусья, которые могут только быть. Вот серьезно. Только жалко, один выше и другой ниже. Но вот эти брусья, они прям самые реальные. Прям самый топ. Даже хотя то, что один выше, другой ниже, тоже нормально. Сначала одну сторону, потом другую поворачиваешься. Турнички, турнички. У меня в колледже, когда я учился, ПШ-20, там у нас вот такие же стояли. Смотрите, они с резинками, чтоб руки не натирало. И из-за того, что сегодня вот минус 8, грязи нет. Ну, снег, сами видите, до сих пор, у нас до сих пор снег, похолодание. Что говорить, сибирская весна. Место, где куча скворечников. Скворечник, наверное, из колонки его сделали. Так, я вот про вот это. Вот здесь. Скворечник в стиле юрта. Скворечник в стиле домик. В стиле колонка. Даже, наверное, его реально из колонки сделали. Хотя нет. И огромное-огромное количество скворечников. О, белочка, белочка. Как я люблю эти рыжие создания. Привет. Вот здесь домик белочки получается. Ну-ка, не бойся меня. И голуби за мной летают. Главное, чтобы счастье на плечи не добавили. А дальше у нас березы начинаются. Березы, березы, березы. И сколько заметил, вот сейчас идем, гуляем. Несколько бегунов встретились. Вот еще один бежит. И что же это у нас такое? Подходим поближе. Здесь какие-то карусельки. Неизвестно вообще, рабочие, не рабочие. Нет, мне кажется, они и не работают. Судя по их виду и потому, что здесь трава растет. А здесь какой-то финиш. Финиш чего-то тоже непонятно. Так, ну, вроде ходить можно. Люди ходят, значит, можно. Вот такой дом стоит. Не знаю, мне кажется, это какое-то кафе или типа отель, что-то такое должно быть. Тоже качелька для детей. Там у нас, судя по всему, тир. И еще вот какие. Не, ну здесь круто. С учетом того, насколько я сосны люблю, здесь просто божественно. Беседки. По крайней мере, вон одна беседка, где шашлыки можно, наверное, еще пожарить. Ну, по крайней мере, там покушать можно точно. Угол. Это бар. Здесь написано бар. Кафе-бар. Добро пожаловать. Медвежий угол. Кафе-бар, медвежий угол. Хм. Вот такой сосновый бор. А вот еще тир. Пневматический тир. Сейчас, конечно, ничего не работает. Еще одна воркаут-площадка. Но это уже посовременнее маленько. Памятник отцу. По дороге встретился. Что тут написано? У лукоморья дуб зеленый. На площади Ленина у нас всю зиму делали переход. И вот он наконец заработал. Ну что, погнали туда? Я нахожусь в Первомайском сквере, сейчас еще здесь прогуляюсь и уже домой. Благодарю всех, кто досмотрел до конца, за ваши лайки, комменты. С вами, как обычно, был Александр. Всем до скорого, всем пока-пока.